Привет, господа рыболовы! С вами рыболовный канал Рыбалку Степановича. Пока все блогеры ноют, что у них отключили монетизацию, мы воспользуемся этим моментом и наснимаем и опубликуем ряд видео о рыбалке. Рыболовные советы, как ловить рыбу, где ловить, летом, весной, осенью и прочее. Потому что мы не унываем. И моя цель не бабки зарабатывать тупо с Ютуба, а как минимум дать пользу людям. Ну и попутно есть мысли по раскрутке личного бренда, раскрутке своего магазина, потому что магазин у меня рыболовный есть, он функционирует, проблем с товаром у меня нет, потому что большая часть производителей моего товара это либо Россия, либо доблестный Китай, который нам все еще поставляет. А снасти у них есть очень неплохие. Так что не вешайте нос, все будет хорошо, прорвемся. Также не забывайте писать комментарии, на какую тему снять для вас следующее видео, о чем вы хотите узнать и о чем поделиться. До скорых встреч, удачи!